из Казахстана каждый месяц выводили по 5 миллиардов долларов. Об этом заявил бывший сенатор Уалихан Кайсаров. Есть оценка где-то 3-4-летней давности, что из Казахстана за годы независимости выведено около 500 миллиардов долларов. Я знаю, еще в бытность сенатором, что в месяц выводили по 4-5 миллиардов долларов из Казахстана. Цифра в 500 миллиардов долларов, скорее всего, наиболее приближенная к реальности. Но здесь надо учитывать один очень серьезный момент. Да, Генеральная прокуратура может опротестовать, попросить возвратить эти активы. Но в демократических странах, особенно это касается США, Европы, эти деньги просто так не возвращаются, никогда ни в одну страну не придут, они вернутся только в том случае, когда будет законное решение суда, казахстанского суда. Решение будет считаться, будет предполагаться этими странами как законное решение, отметил Кайсаров. По его мнению, помимо этого, западные государства должны официально признать Казахстан не авторитарным, а демократическим государством. Это нужно, чтобы они не опасались, что средства могут снова быть выведены в офшоры. Эксперт отметил, что ожидать быстрого возврата средств не стоит. Процесс может растянуться на несколько лет.